сойдя, оглянись на миг. Длится пусть наш последний день. Мы молчим, но душа кричит. В ней горьких слов хочет вырваться тень. Постой со мной, постой со мной. Ты постой со мной, ты постой со мной. Какой шовный материал приготовили? Полипропилен, ветлила, сетка 20 на 10. Возьмите 15 на 10. Хорошо. Слышали уже? Самолет упал. Какой? Саратов, Сочи. На взлете. Господи, люди на отдых летели к морю, а тут на тебе. Надежда Викторовна. Вы куда? Смотри, выбирай, какие ты хочешь. Зелененькие. Зелененькие. Верка, как договаривались? Ладно, не бояться. Все, пойду. И медленно будешь считать до трех. Договорились? Да. Раз, два с половинкой, три. Саратов, Сочи. На борту находилось 86 человек, 82 члены экипажа. На месте катастрофы... Сделайте, пожалуйста, погромче. ...и представители городского управления МЧС. По предварительным данным, не выжил никто. Поиски черного ящика... Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Аня. Мама, посмотри, как красиво. Молодец, даже не ойкнула. Все, Верочка, иди сюда. Возьмись, пожалуйста. Пойдем, пойдем, пойдем. Быстрее. Выходи, быстрее. Здравствуйте, Софья Константиновна. Ой, доброе утро, Наденька. Ты с ночной. Да. Как ваше колено? Ой, слава богу, спасибо. Извините. Алло. Ну, если кровоточит, поменяйте повязку. Ну, или вызовите дежурного хирурга. Возможно, придется ввести там зела. Да. Привет, мой дорогой. Спасибо тебе. Брут. Доброе утро. Привет. Накормишь? Конечно. Пару минут и живописный омлет к вашим услугам, сударыня. Брут. Пойдем готовить. Алло, Ванечка, привет. Ты где сейчас? А, ну вы там поаккуратнее, ладно? Привет. Привет. Слушай, все, я прибежала на работу. Ванечка, целую. Пока. Опаздываете, Алена Сергеевна? Привет, Оксанка. Ну что, на работе уже? Директор.
Нет. Если бы пришел, я бы здесь не крутилась, а ты бы здесь уже не работала. Позвонил, сказал, что руку поломал. С мотоцикла упал. Угу. Так я ему и поверила. Думаю, что какая-то баба его отметелила. Слушай, ну слава тебе, Господи. Нет, ну, в смысле, плохо, что он руку сломал. Ну, хорошо, что сейчас. Ну, как прошло дежурство? Нормально. Без неожиданности. Я даже поспала часа два. Повезло. А я вот всю ночь работал. Да, над эскизом для рекламного буклета. Я надеюсь, двойной гонорар тебе за срочность обеспечит? Конечно, нет. Но на новые кисти обязательно хватит. Так. Опа. Сыра почти не осталось. А колбаску, оказывается, я вообще всю съел. Ну, значит, художник не был голодный. Ну, почему же? Местами я всегда даже очень голодный. Слушай, а ты не можешь им намекнуть, чтобы они тебя взяли штатным дизайнером, что ли? Вот опять ты начинаешь. Я же тебе говорил, я художник. Почему ты все время хочешь меня затащить в какой-то офис? Чтобы я там творил шрифты для каких-то баннеров, для визиток. Жуть какая-то. Действительно жуть. Вот ты шутишь и даже не понимаешь, что у меня тогда не останется никакого времени на живопись. Ну, потом, у нас с тобой все есть. Но когда появится ребенок и понадобится больше денег, ну, я-то найду, где заработать. Спасибо за омлет. Было, как всегда, очень вкусно. А. Ну, ладно. Тогда я побегу встретиться с заказчиком. Угу. Потом погуляю с Брутом, ну и заодно заскочу в магазин. А ты спать? Нет, у меня в субботу конференция, надо готовиться. Ах ты мой великий ученый. Да ладно, брось, какой я ученый. Я обычный зав. Отделения. Нет, ты необычный. Ладно, все, я побежал. В сумке у меня там деньги возьми. Хорошо. Ну что на этот раз, а? Слушай, Доверка полутора капризничала, в школу опоздали. А Ванька уехал. Машину клиенту перегонять, ну, сама понимаешь. Угу, сегодня клиенты, а завтра клиентки. Ой, давай не начинай только, ладно? Здравствуйте. Доброе утро. Прошу. Спасибо.
Привет, ребята. О, привет. А ты, оказывается, уже вернулся? Да. Ой, прости, пожалуйста, я просто не хотел тебя будить. А потом на меня какое-то вдохновение внезапно нахлынуло. Прям не смог справиться. Ну как? Ну, забавно. Да? Угу. А мне предложили поучаствовать в одном благотворительном аукционе, а деньги пойдут многодетным семьям. Угу. Да. Только попросили выставить какую-нибудь нескучную работу. Как тебе такой сюжетец? Думаешь, купит? Ну, я думаю, да. А назовешь как? Счастливый пес? А. Ну, посмотрим. Ой, прости. My name is Polina, and you? My name is Vera, and you? Ой. Мамочка! Пожалуйста, привет. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, обращайся. Может, зайдете перекусить? Нет, спасибо, мы домой. Пойдем, пойдем. Пока, Вера. Сейчас вам принесут меню. Пока! Если бы ты видела, какие Полинки уши купили. Какие такие уши? Наушники розовые такие. Мне очень-очень нужно. Я же смогу руки английского по ним слушать. Конечно, ты хитрюга у меня. В любом случае, свои наушники ты получишь. Тогда, когда у мамы будет зарплата, она будет через 2 недели. Добрый день. Добрый день. Что будете заказывать? Извините, но меня всегда обслуживала Алена. Ну, вы же видите, Алена занята. Ничего, я подожду. Тебя требуется. Закончишь тут? Да. Здрасте. Вам, как обычно, бизнес-ланч? Да, как обычно. Если можно, рыбный вариант. Да, конечно. Меня, кстати, Михаилом зовут. Очень приятно. Мне тоже. Как же вкусно пахнет. Голодный? Как волк. Ну, зато с картиной дела продвигаются неплохо. Думаю, за пару дней закончу. Сейчас новости будут. Про аукцион расскажешь. Так была раскрыта афера с продажей банку Марс в подделке. Арестован эксперт городского художественного фонда Анатолий Алексанян. Его обвиняют в выдаче ложного заключения о подлинности картины Дмитрия Стритовича «Портрет неизвестного». Следствием разыскивается умелец или группа умельцев, виртуозно создавших эту фальшивку. А теперь о культурных мероприятиях. Неплохо. На эту неделю. 7 сентября стартует фестиваль детского творчества. Надо же, умеют люди деньги зарабатывать, даже художники. Ну да. Черт, совсем из головы вылетело. Мне тут мама звонила. Что-то ей совсем плохо. Надо бы съездить, навестить. 9 сентября. Да. Хорошо. Я отпуск возьму. Вместе съездим. Ну да. Давай скорее есть. Сейчас как наемся. Пожалуйста, вас счет. Спасибо. А, все было очень вкусно. Спасибо. Что будете заказывать? Капучино, пожалуйста. Хорошо. Сделай один капучино. Сделаем. Телефончик оставил, да? Нет. Чаевые. Веркины наушники.
Боженька, пожалуйста, пошли мне мужчину, который оставит чаевые на хорошие туфли, пожалуйста. Как всегда, в своем репертуаре. А что? Аленка, не упусти свой шанс, а? Смотри, какой мужик. Не то, что твой Ванечка. Ну, а что, ну, жениться на тебе твой Ванька все равно не собирается. Да почему же не собирается? Да потому что дочке вашей уже 7 лет. Собственно, квартиры у вас нет, живете в съемной. Да и вообще он пропадает где-то по вечерам. Я больше не хочу этот билет слушать. А мы тебя только завтра ждали. Ну, я решил сделать вам сюрприз. Весь день гнали без остановки. Соскучилась? Очень. Я тоже. А что это у тебя такое интересное, а? Наушники мы только сегодня купили. Мам, в кафе есть добрый дяденька, тот, который оставляет маме большие чаевые. Вер, ну что ты такое говоришь? Ну, это было один раз, и мы все на наушники потратили. А этому доброму дяденьке случайно машину починить не нужно? Ты голодный? Страшно. Ну, я вот вообще же ничего, пустой холодильник, я бы хоть что-то приготовил. Да ладно, ты же из ничего, как всегда, сделаешь что-то, возможно, вкусное, правда? Да. Нам рюкзак, бегом руки мыть. Алло. Да, Оль, добрый вечер. Ну да, я же обещал. Подождите, так мы же на завтра договаривались. Ну ладно, хорошо, да, я сейчас буду. Слушай, Ленточка, тут такое дело. В общем, клиентка, для которой мы машину пригнали. Клиентка? Как интересно. Так, а чего хочет клиентка? Она кровь из носу хочет получить машину прямо сейчас. Так, подожди. А это твоя клиентка вообще на часы смотрела? А ты ей сообщил, что у тебя ребенок, жена? Ален, ну я специально гнал без остановок, чтобы пораньше приехать домой. Уже никуда не собирался. Но Стас позвонил этой Ольге, сказал, что мы на месте. Угу. Она обещала компенсировать неудобство. Это как она будет компенсировать это неудобство? Ален, ну все, ну перестань. Вот ты что собираешься готовить? Я? А я не знаю, что я буду готовить. В общем, неважно. Я обещаю тебе, что я приеду раньше, чем ты справишься. Идет? Понятно. Иди. Ну, поцелуй меня. Иди отсюда. Ну, разочек. Иди уже. Ты чудо. Я туда и обратно. Слышь, Вань, а? Я путевки в пансионат купил. Едем со Светкой отдыхать. Море, Сочи, чайки. Класс. А-а. 5 лет уже никуда не выбирались. Завидую. Чего завидуешь? Поехали с нами. С шефа я там уломаю. Не, не могу. Ты знаешь, я на свадьбу собираю. На кольцо и на платье. Вань, да фигня все это. Можно спокойно без выпендрежа расписаться. Главное, чтобы человек был хороший. А ты человек хороший? Даже слишком, как говорит моя теща. Да, Аленка, она как раз об этом и мечтала. Чтоб кольцо с изумрудиком, чтоб платье со шлейфом и корсетом. Ну-ну. Ну что, ну-ну, пару месяцев и я соберу нужную сумму. С кем здесь можно поговорить об газораспределительном механизме? Ну, со мной можно поговорить. Ванька, тихо! Ну, испачкаешься, а? Да, Марин, выглядишь ты просто сногсшибательно. Да и ты тоже, ничего. Как поживаешь? Девочка, ну, брысь отсюда. Так, Вера, иди сюда. Это моя дочь, Вера. Женат, значит? Ну, не совсем, мы еще не расписаны. Машеньке посидеть хочешь? Ага.
смотри ни на какие кнопочки, там не нажимай. Ага. А я была замужем 3 раза. Да. И все 3 раза неудачно. С последним мужем до сих пор развестись не могу. Тяжелый человек по жизни оказался. Ну, ты же меня знаешь. Ну, у меня все хорошо. Правда? Ну и молодец. Так, что насчет машины? Сделаем, починим. К выходным управитесь? А то я хочу к морю прокатиться. Ну, как Лен скажет, так мастер и сделает. А если клиент предложит мастеру составить ему компанию в поездке? Мастеру придется отказаться. Работа не отпустит. Только ли работа? Я тебе оставлю свою визиточку. Надумаешь? Звони. Вот это баба. Так, давай работать. Да. Ну, а мы продолжаем программу. Позвони, скажи. Коллектив же экономит 302. Пожалуйста. Просит поздравить бухгалтера Нину Петровну. Слушай, я вообще не понимаю, что на меня нашло. Ваня только вчера ушел из дома, я как сумасшедшая начала рыться в его дорожной сумке. Теперь мне так стыдно. Ну, нашла чего? Нет, слава богу. А ты в его сотовом поройся? Только имей в виду, умные мужики женские имена в телефонной книжке шифруют, да? Вот увидишь подозрительность, сразу вызванивай. Нет, я так не могу. Ну, могу, не могу. А уведу твою Ваньку, что будешь делать? Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам большое за подарок. Верка очень счастлива. А когда у вас выходной? Выходной? Послезавтра, а что? Хотел бы вас пригласить куда-нибудь в приятное место. Мы можем взять с собой вашу дочь и пойти туда, где ей тоже будет интересно. Вы знаете, я с мужем в театр собиралась, так что... Извините, я не знал, что вы замужем. Ну, в любом случае, приходите, мы всегда рады. Правда? Правда. До свидания. До свидания. Говаривал Козьма Прутков, хочешь быть счастливым – будь им. Сегодняшний день обещает необычный всплеск эмоций и множество неожиданных встреч. На здоровье это слушай, никак не отразится. Слушай, а почему тебе так везет, а? Забавно получается. Мужики к тебе липнут, ты их отшиваешь. Вот бы мне так, а? Что со мной не так? Я молодая, уверенная в себе, далеко не урод. И детей у меня нет. Но этого часто бывает недостаточно. Обеспечить жительной влагой помогут домашние маски для лица, которые совсем несложно приготовить собственноручно. Апляция используется в аналитической химии. Злодея на А, нужно посмотреть. Уже отстрелялись? Жаль, так хотел вас послушать. Кстати, а почему вы отказались лететь в Бургас? Там такая погода замечательная. Бархатный сезон, чайки. У меня у мужа аэрофобия, мы не летаем. Прости, я спешу. Как? А фуршет?
Без меня. Чуть-чуть. Вот и день. Давай я тебе еще кулечки положу. Спасибо, я наелся уже. Ну сядь, посиди и так весь день на ногах. Ну ладно. Как на работе-то? Верка никому не мешала? Да нет, конечно. Она наоборот всю техстанцию развлекала, да, Верунь? Мам, а к папе сегодня такая красивая тетя приезжала на красной машине без крыши. Что еще за тетя? Какая-то тетя Марина. Ага. Представляешь, маму, у нее платье такого же цвета, как и машина. Так, Вера, ты уроки сделала? Пап, я же тебе рассказывала, что Мария Дмитриевна заболела. Ты что, забыл? Ты доела? Доела. Ну так беги в комнату, телевизор посмотри, давай. Ну что не так? Обычная клиентка. У тебя все клиентки обычные. Да и вообще, в принципе, только клиентки. У вас там что, медом намазано? Вообще, какие услуги предоставляете? Господи, Алена, у нас дочь уже в школу ходит, а ты все никак не уймешься. Пап, я пульт не могу найти. Что ты опять начинаешь? Ну, ты же знаешь, мне кроме тебя никто не нужен. Ты дурак ты, я же люблю тебя и боюсь потерять. Неужели непонятно? Я тоже тебя очень люблю. Получилось, конференцию на час задержали. Да ничего страшного. Картину все равно не купили. Опять будешь считать меня неудачником? Не, ну ты что? Наоборот, я очень удивлена, что щенка с мячиком не купили. Ну, хорошая же работа. Да я не их. А в смысле, не эту картину. Я Лукоморье выставлял. Почему? Щенка я еще не закончил. Кстати, а ты... Ты помнишь, как я русалку с тебя писал? Он был такой невозможный. Такой абрикосовый закат. Ты только вышла из моря и сказала мне, что очень хочешь родить мне мальчика. Поехали домой. Ну да. Спокойной ночи. Прости, а мы что, прям вот так вот и будем спать? Как получится. Получится. Еще как получится. Скажи, а ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку?
Но почему? Объясни в конце концов, почему ты не хочешь ребенка? Давай спать. У меня завтра сложная операция. Нет, я все-таки, я наконец хочу понять, что происходит. Слушай, а может быть, ты просто не хочешь ребенка от меня? Ну так и скажи, ты же хирург. Ты же привыкла делать больно, чтобы человеку потом стало легче. Что ты молчишь? А может быть, тебе не нужен именно мой ребенок? Может Привет. А, короче, накрылся наша Светка отпуск. Я смотрю, ты не очень расстроен по этому поводу. Ну, такое. Светка себе решила фейс подрихтовать. В смысле? Ну, операцию сделать. Пластическую. Ну, зачем? У нее, по-моему, и так все в порядке. Для меня старается. В общем, неделю у моря она решила променять на неделю в косметической клинике. Но меня отпускает одного на отдых. Да. Такие бабы, как эта Марина, должны ездить только на таких тачках. Ну что скажешь? Ты про машины или про баб? Был полывать. Я про отдых. А, ну хорошо тебе отдохнуть. Нет, я не понял, старик. Мы едем вместе. Ты едешь со мной. Подожди, Стас, ну а как ты себе это представляешь? Без Алены, без Веры? Да так и нужно отдыхать. Без жены, без ребенка. Ну подумай, она соскучится, да? Развеется, вернешься, а ее как подменили. Ну и потом, все-таки деньги за вторую путевку не вернуть, да? А так ты отдохнешь на шару. Решайся, брател.
Сказочник ты, Стас. Давай работать. А то не за что будет в отпуске отрываться. А что я тебе скажу? Баб их воспитывать нужно. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Стас вот с собой в Сочи зовет. У него путевка горящая есть, бесплатно. А ничего, что у него жена есть? Да и ты вроде бы не один. Ну, Света не может, она в клинику ложится. А без меня она его не пустит. А я, значит, отпущу, да? Слушай, не надо мне помогать. Иди собирай свои чемоданы. Алён, ну зачем ты так? Алё! И вообще, что это за спонтанная поездка? Может, тебя вообще не Стас позвал, а какая-нибудь твоя пресловутая клиентка? Ну, не говори глупостей. Можешь позвонить Свете и все узнать. А вот позвоню и узнаю. Да у тебя просто фантазия разыгралась. Ну, в конце концов, я же тебя не ревную к твоим клиентам в кафе. Например, к этому мужику с офигенными чаевыми. А вот, может, и зря. Это почему же? А потому что, может быть, он не просто клиент, а тайный воздыхатель. Не только, знаешь ли, у тебя Оли, Марины. Ну, какая же ты дуреха. Ну, когда ты научишься мне доверять? Дай сюда. И никуда я без тебя не поеду. Ну, хватит! Слушай, сейчас тебе это не поможет. Уйди! Привет. Добрый вечер. Ужинать будешь? Нет, спасибо. Где ты был весь день? Писал, гулял. Покупал билет на самолет. На самолет ты? Угу. Что-то случилось? Мама заболела. Нужно съездить навестить. Я же тебе говорил. Мы же хотели вместе ехать в мой отпуск. А я поеду один. Что изменилось? Устал. Интересно, от чего? Вот-вот. Именно такой взгляд. Ты всегда чем-то недовольна. Я тебя раздражаю. Давай сядем, поговорим, проанализируем и решим, как жить дальше. Да я сам уже все проанализировал, обо всем подумал. Я не знаю, а зачем я тебе? В каком смысле? Ну, в самом прямом смысле. У нас с тобой разные взгляды на семью. Я очень хочу ребенка, а ты нет. Я очень хочу писать картины, а ты считаешь, что я должен разрабатывать шрифты для каких-то баннеров. Я тебя каждый день жду. Ну, хотя бы, чтобы поговорить о том, как прошел день. У тебя на все один ответ. Я очень устала. Я и правда очень устаю. У меня бывает по 5 операций в день. Ты понимаешь, я имею дело с человеческой жизнью. А я с душой. Знаешь, давай с тобой какое-то время поживем раздельно. Ну, а потом мы поймем, нужна ли нам обоим такая жизнь. Даже так? Ну, тогда ты можешь идти на все 4 стороны. Прямо сейчас.
Ваня у тебя очень хороший, я знаю, что говорю. А ты ему всю плешь проела своими подозрениями. А парень вон изо всех сил старается, чтобы заработать. Мамочка, да я знаю, что я не права. Но меня как понесет, я остановиться не могу. А ты знаешь, я тебе одно скажу. Если постоянно твердить мужику об измене, то однажды он возьмет и рванет налево. Ну и что мне делать? Ну, я не знаю. Слушай, а пусть он поедет на это чертово море. Вы отдохнете друг от друга, соскучитесь, ну и все встанет на свои места. Ладно, я подумаю. Все, мамуль, целую тебя, пока. Как всегда. В общем, не стоит эта поездка наша, нашей. Жаль. Не столько денег, сколько тебя. А что я? Она не уверена во мне, вот и ревнует. Да и прав ты был. Ну и вот это кольцо дорогущее вместе с корсетом. Ща. Опа. Так. Ну как? Ничего? О, ничего, скромненько. Со вкусом. Я Аленку сегодня в ресторан пригласил. Ну, там и предложение сделаем. На. Она тебе нервы все время треплет. Ты ее в ЗАГС ведешь. Так, все. Тема закрыта. Приятного аппетита. Взаимно. Слушай, а Маринка, она машину завтра забирает? Вроде да. Привет. Привет. Слушай, я не слишком яркая, а? Принцесса. Мамочка, ты такая красивая. Спасибо, малыш. Мама, папа приехал. Чего, помочь? Дай сережки что-то надеваются. Нормально, я справлюсь. Так, все, нормально. Ну все, готово. Давай. Давай. Удачи. Ирка, пока. Пока. Самый любимый и самый красивый. Спасибо. Поехали. А что это? Кабриолет. Я вижу, что кабриолет. Откуда эта машина? Ну, какая разница? Одолжил. Но он костюм я тоже одолжил, и что? А не у Толи клиентки ты ее одолжил, а? Ленточка, это просто красивая машина. А за какие, скажи, пожалуйста, заслуги она тебе доверяет свою тачку? Так, все. Мне это уже надоело. Ты едешь или нет? Последний раз спрашиваю. Ты вообще своей головой соображаешь? А если машину угонят? А если ты ее разобьешь? Чем ты будешь с ней расплачиваться, а? Алена, это уже перебор. Тебе лечиться надо. Приятного вечера.
Да. Доброе утро, шеф. Как настроение? Класс. Кофе у вас, как всегда, отменный. Где вы его берете? В магазине. У тебя сегодня в 12 абдоминопластик. Да, я помню. Кстати, Алакшин в Бургасе такую презентацию по атрофии плечевого сустава провел. Это просто бомба. У тебя все? Ну да. Извините. Чё такая дохлая? Привет. Привет. Не выспалась? Романтический ужин удался? Мы поссорились. Ой, тоже мне. Первый раз, что ли? Ваня дома не ночевал. На звонки не отвечает. Такого раньше не было. А я тебя предупреждала. Все эти подозрительные клиентки, перегоны машин по ночам. Угу. Но перед тем, как приступить к своим трудовым подвигам, послушайте, что сулят вам звезды сегодня, 7 сентября. Для овнов успешными станут переговоры с влиятельными людьми. В любви будет много... Оксанка, что делать-то? Что делать-то? Ты ж не слушаешь. Я тебе вот что скажу. Забей, а лучше отомсти. Да, смотри, он с тобой какой крендель ухаживает. А я с ним в ресторан, например. Пусть твой Ванька локти кусает. А то, получается, ему все можно, а ты что? Он по бабам шляется, по ночам пропадает. А ты сиди у окошка и жди, когда твой Ванечка придет. Думаешь, это поможет? Тебе? Поможет. Клин клином вышибают. Да. Ты права. Ты права. Я права? Ты права, да. Я такая дура, я тебя совсем замучила. Это я во всем виноват. Не нужно было брать этот чертов кабриолет. Я просто хотел сделать тебе сюрприз. Прокатить по ночному городу, как в твоих любимых старых фильмах. Нет, 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 нет. Послушай, это я виновата. Я клянусь, обещаю, больше никогда не буду себя так вести. Только не пропадай, пожалуйста. Знаешь, я хочу, чтобы ты поехал со Стасом в Сочи. И давай не спорь, потому что ты заработался, устал, и от меня тебе надо отдохнуть. Да я не хочу от тебя отдыхать, я никуда не поеду. Поедешь. Во сколько самолет? Около 2. Отлично, значит, успеем собрать вещи. Да подожди, тебя же не отпустят. Не волнуйся, директор на больничном. С Оксанкой сейчас договорюсь. Вот еще. Так, давай. Вещи я собрала. Крем для загара положила, фотоаппарат зарядила. Подожди, что-то еще было, что-то еще. Ален. Папа, ты мне там акулу сфотографируешь? А там нет акул. Сейчас, секунду. Угу. Ваньте, звонят. Ответь, пожалуйста. Алло. А кто это? Как же мне все это надоело. Что случилось? Кто звонил? Твоя очередная или предыдущая трубку бросила. Ты можешь мне правду сказать уже? Какую правду, Алена? Что у тебя кто-то есть? И не надо мне говорить, что не надо мне голову морочить. Папа, что это так? Почему вы ссоритесь? А никто не ссорится. Все хорошо. Это тебе. Спасибо, ласточка. Иди сюда. Будь умницей, ладно? Пока. На, желаю удачи отдохнуть. С ней. Прости. Ты плачешь? Нет, уже все в порядке. Я к операции готовлюсь. У меня сегодня удаление абсцесса. Так, говори, что случилось.
Да у тебя руки дрожат. Для хирурга это недопустимо. А ну, признавайся. Да все нормально уже. Надя. Я с мужем поссорилась. Мы 2 дня не разговариваем, спим по разным углам. А сегодня он вообще уехал. Так, может, это неплохо. Есть время перевести дух и понять, чего вам не хватает. А вообще, Надюш, ребенок вам нужен, вот что. Ну, ты же любишь его. Да люблю я его, люблю. Но только семьи у нас не получается, понимаете? Он так мечтает о ребенке, только об этом и говорит. И думает, что я рожать от него не хочу. А я не могу иметь детей, боюсь сказать ему об этом. Вон оно что. Он все время пытается мне доказать, что он будет хорошим отцом, что он может измениться. Он даже билеты на самолет купил, хотя летать боится, потому что, когда ему было 12 лет, в авиакатастрофе разбилась его сестра. Нет, ты не права, Надюш. Ты должна сказать мужу правду. А если он уйдет от меня, как я тогда буду жить без него? Нужно признаться. Счастливую семейную жизнь на обмане не построишь. Да. Алло, это я. Ты что-то хотела? Да. Нет. В общем, вернешься, поговорим. Да, конечно. Простите, пожалуйста, вы не знаете, рейс случайно задерживается? Нет, все в порядке. Вылетаем вовремя. Спасибо. Верунчик, маму позови, пожалуйста. Слышь, Вань. Секунду. Мама, мама, папа! Да. Алло, слушай, я в аэропорту, но я никуда не полечу, если ты скажешь. Я тебе ничего не скажу. Ленточка, ну давай мириться. Ну эта клиентка, она... Знаешь что? Я, честно говоря, устала от этих твоих клиенток. И мне осточертело твое вранье. Понятно? Все, вернешься, поговорим. Проходите. Ваня. Добрый день. Мама, а папа от нас ушел? Почему ты так решила? Так было у Сони Волошиной. Когда ее папа от них ушел, мама все время пылесосила, злилась, а потом плакала. Нет, Верочка. Папа просто в отпуск поехал. Он скоро приедет, и все будет как обычно. Знаешь что? Давай-ка мама закончит с уборкой, и мы пройдем, проколем тебе уши. Правда? Правда! Ура! Иди сюда. С вами все в порядке? Да, все в порядке. Какой шовный материал приготовили? Полипропилен, виклил и сетка 20 на 10. Возьмите 15 на 10. Хорошо. Слышали уже? Самолет упал. Какой? Саратов, Сочи, прямо на взлете. Призываю.
узнаем, пока Сфельма женщина не склонна к авантюрам для экстренного сообщения. Менее часа назад при взлете потерпел крушение самолет, выполнявший рейс номер 216 Саратов-Сочи. На борту находилось 86 человек, 8 из них члены экипажа. На месте катастрофы работают спасатели и представители городского управления МЧС. По предварительным данным, не выжил никто. За более подробной информацией вы можете обращаться по телефону горячей линии, которую вы сейчас видите. Алло. Алло, да, мам. Алена, где Ваня? Мамочка, сейчас не могу говорить, мы спешим в аэропорт. Давай, позже перезвоню. Мамочка, что случилось? Девочка, давай быстрее. Причина катастрофы устанавливается. Посмотрите, пожалуйста, в списках моего мужа. Хорошо, посмотрю. Кого смотреть? Ивана Тихонова. Кого? Ивана Тихонова. Это мой муж. Девушка, Тихонов Иван Алексеевич, это мой муж. Тихонов Иван, мой муж. Ну что, мне паспорт показать? Вы с ума сошли? Это наша дочка. Это вы, да? Это вы из красного кабриолета? Какого красного кабриолета? Что за бред? У меня нет никакого красного кабриолета. Это она? Мама, это не та тетя. Тихонов Иван Алексеевич. Да. Художник. Автослесарь. А я поняла, они тезки. Внимание, внимание. До выяснения причин. Крушение самолета рейса 216 Саратов-Сочи. Все простите. Сегодня отменяется. За более детальной информацией вы можете... Мама, что это все значит? Я не знаю, детка. Один Иван Тихонов. Скажите, пожалуйста, почему один? Объясните нам, пожалуйста. Девушка, пожалуйста. Пожалуйста. Срочно снять копию и отправить. Простите, можно пройти? Простите, вот у вас в списках только один Иван Тихонов. А летели двое? Какие двое? Кто? Моего мужа зовут Иван Тихонов, ее тоже. Они тезки. Тезки. А, дядя, два Тихонова. Да. Минуточку, сейчас разберемся. Пожалуйста, разберитесь. Меня Надя зовут. Меня Алена.
здравствуйте. 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 Примите мои искренние соболезнования. Вы знаете, очень странная ситуация. На рейс зарегистрировали сразу два Ивана Тихона, но по факту на самолет сел только один. Второго ждали до последнего, получается. Получается, один жив какой? Действительно, а который из них? Здесь его никто не видел. Видели только те, кто был в самолете. Нет, ну подождите, у вас же здесь полно видеокамер наблюдения. Ну, я не знаю. Алёш? Да, но у нас идет переоборудование да. системы безопасности аэропорта, и поэтому камеры уже 3 дня не работают. Ну подождите, ну вы же должны хоть что-то сделать, должны нам помочь. Успокойтесь, ну как же так? Успокойтесь, пожалуйста. Прошу вас, Лёш. Здесь контакты нашей авиакомпании, а также телефоны горячей линии. Колл-центр. Да, вы позвоните, оставьте свои координаты, вам сообщат, если что-то изменится. Да. А сейчас, извините. Простите. Прости, малыш. Прости. Так, я поеду домой. Мой муж панически боится летать. И, скорее всего, он так и не сел в самолет. Мама, помнишь, что папа тебе звонил, а ты не захотела его слушать? Конечно, он наверняка не улетел, ждет нас дома. Быстрее, пошли, быстрее, быстрее. Домой, скорее. Его здесь нет, Ален. Вань! Вы что-нибудь выяснили? Нет. Иван? Брут, ты голодный, да? Мам, мам, ну чего? Мам, папа больше никогда не вернется. Так, Вера, послушай меня, больше никогда так не говори, ты меня поняла? Мама, мне больно. Алена! Прости, пожалуйста. Папочка обязательно вернется. Я тебе обещаю. На, попей водички. Попей. Попей. Пойдем, я тебе книжку почитаю. Не хочу. Ну, вместе посидим. Пойдем. Элечка, ну что? Пойдем кушать, деточка моя. Здравствуй, Софья Константиновна. Ой, здравствуй, Наденька. Слушай, ты не могла бы посмотреть мою коленку? Что-то так разболелась, прям я. Извините, не сейчас. Это вы? Здравствуйте, Алена. Я хотела вас спросить, по всей видимости, ваш муж так и не появился? Нет. И мой тоже. Надя, послушайте, я не знаю, я места себе не могу найти, я не знаю, что думать. Это кошмар какой-то. Прежде всего, нужно успокоиться нам с вами. Да вы, судя по всему, и так спокойнее. Но у меня это профессионально.
Надя. Да. Может быть, нам все-таки позвонить в полицию? Нет, в полицию пока не надо. Что же нам делать? Искать их. Обоих. Там, за углом. Ради бога, извините. Извините, ради бога. Здравствуйте, девушка. Скажите, а вы можете по своей системе посмотреть, покупал ли билет до Сочи человек по имени Иван Тихонов? Не могу, не имею права. Почему? Мне очень важно знать, уехал ли он в Сочи. Девушка, данная информация выдается только по запросу из полиции. А я вам паспорт покажу. Девушка, ну, пожалуйста, посмотрите. Милая моя, я не имею права давать информацию пассажирам. У меня инструкция, понимаешь? Инструкция. У вас инструкция? А у меня муж пропал. Слушай, ну я здесь ни при чем, правда. Хорошая, не задерживай очередь. Не будешь брать билет, освобождай пространство. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда? До Казани. Два и детский. Два и детский, да? Свидетельство на ребенка приготовьте мне, пожалуйста. Хорошо. Взгляни на маленьких цыплят. Малютки рядышком сидят. Когда они спят, они едят. Когда едят, они не спят. Она наконец заснула. Послушай, надо Верочке сказать правду. Дети все чувствуют и понимают, их нельзя обманывать. Мама, какую правду? Ты давай заканчивай. Между прочим, у той женщины муж тоже пропал. Я все понимаю, но Ванечка до сих пор не вышел на связь. Все. Ты куда? Куда? Ваню искать. Засияет солнце у нее внутри, засияет солнце у нее внутри. Нарисуем море, а у моря дом, а кого с тобою мы поселим в нем? Ну-ка поглядите, дружная семья, счастливы мы вместе, папа, мама, я. Счастливы мы вместе, папа, мама, я. Нет, этого просто не может быть. Уходя,
оглянись на миг. Длится пусть наш последний день. Умничка ты мой, уже заканчивал. Мы молчим, но душа кричит. В ней горьких слов хочет вырваться тень. Снова стучится летний дождь в окно. Мы друг от друга далеко. Но в отражении своего лица я узнаю опять тебя. Ну чё шум-то поднимаешь? Стоп, сюда нельзя. Чего нельзя? Мне надо автослесаря найти, Ивана Тихонова. Да все автослесаря давным-давно дома. Я один здесь. А вы днем его здесь не видели? А меня здесь днем не бывает. Я ночной сторож. Ясно. Извините. Отыграв до конца всю роль, в тишине мы молчим пустой. Иди домой. Все пройдет, но не эта боль. Не уходи. Его там нет. Рядом, постой. Пошли домой. Постой со мной. Ну, как знаешь. Ты постой со мной. А как же я? Я же совсем одна. Молодец. Пойдем там. Пошли. Молодец. Молодец. Домой. Доброе утро, Зоя Александровна. Что происходит? Ты вчера оставила пациента на операционном столе. Хорошо, что операция была плановая. И он дождался другого хирурга. Зоя Александровна, я очень виновата, но мне нужно было срочно уехать. Ты что, в овощном магазине работаешь? Срочно уехать? Ну, поверьте, у меня не было другого выхода. Ты с мужем-то поговорила? Не решилась. Здрасте. Здравствуйте. Зоя Александровна, мне нужны отгулы с сегодняшнего дня. Что все-таки случилось? Иван пропал. Ты в полицию сообщила? Нет, пока нет. Почему? Потерпел крушение самолет Саратов-Сочи. На рейс было зарегистрировано два Ивана Тихоновых. Но в самолет сел только один. Кто из них, неизвестно. Значит, второй жив, но по какой-то причине не объявляется. Жена второго тоже ничего не может понять. И что ты собираешься делать? Искать его. Пока сама без полиции. Хочу начать с его мамы, поэтому мне нужно лететь в Сочи. Сколько дней тебе нужно? 3. Хорошо. Готова? Спасибо, Зоя Александровна. Проходите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алена. Я жена Ивана Тихонова. Он не объявлялся случайно? Нет. Спасибо. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Алена, я жена Ивана Тихонова. А он не звонил случайно? Нет. Нет, у меня все в порядке, спасибо. Алена, может, хватит? Ты с ребенком погулять обещала, на качелях с ней покачаться. Как же ты не понимаешь-то? Но я чувствую, что с ним все в порядке. Однообразных надежд только хуже бывает.
Значит, я повторяю еще раз. На борту самолета был только один Иван Тихонов, значит, второй жив. Почему ты хоронишь именно моего? Я никого не хороню. Я только хочу сказать, что если бы Иван не сел на тот самолет, то он бы дал о себе знать. Знаешь что, хватит. Я вот пока не перезвоню всю эту книжку, я не успокоюсь. Я его найду. Дай. Дай сюда. Алло. Ах, это ты? Ба, я дома. Алиса. Спи, спи, бабуль, спи. Прибежал как миленький. Нефиг было выделываться. Шурка, что тебе надо? Фига себе, какие люди. Здравствуй, Алиса. Войти можно? Ну, только потише. Бабуля еще спит. Ну и? Каким ветром тебя к нам занесло? Проведать вас приехала. Да ты что? А помнится, ты говорила, что ноги твоей больше не будет в нашем мерзком Сочи. Чем же мы сейчас заслужили такую честь? Иван, у вас? Ты че, с дуба рухнул? Че ему у нас делать? Я думала, он к вам поехал. Угу. Сейчас. Этот подкаблучник без твоего разрешения и шагу ступить не может. А ты почему не в колледже? И что должны перед тобой отчитываться вообще? Алиса! Алиса! Бабуль, у тебя все нормально? Бабуль! Надь! Ну-ка. Ольга Михайловна, вы меня слышите? Это Надя. Алиска, срочно скорую! Света! Знаешь, что вообще-то ты должна была быть в этом самолете? Вера? А что ты хотела от меня услышать? Что? Я все понимаю, только попробуй объяснить моей 7-летней дочке, что теперь у нее нет отца. Да! Знаешь что, вот просто забудь, вычеркни из своего мозга этот номер, больше не звони. Алена, ну возьми себя в руки. Но в чем Света виновата? В том, что она не села в этот треклятый самолет, как должна была. Ну, то есть она виновата в том, что осталась жива? Да, потому что ей приспичило быть красивой, мама. А я теперь одна, понимаешь? А у меня теперь нет Вани, нету Вани, мама. Вот. У меня нет Вани, мама. Успокойся, ну. Ты же только что говорила, что Ваня жив. Ну, а теперь кричишь, что его нет. Ну, может быть, ты права, он жив. А когда папа вернется, мы больше никогда не будем плакать, правда? Спасибо большое, мы сейчас туда поедем.
Собери, пожалуйста, вещи Ольги Михайловны. Поедем в больницу. Нужно выяснить, какие лекарства надо купить. Шурка, я тебе потом перезвоню. Не могу сейчас говорить. А кто такой Шурка? Какая тебе разница? Шурка – это мой жених. Не рановато? В самый раз. По-моему, тебе пора уезжать. Не собиралась, я хотела тебе помочь. А мне не нужна твоя помощь. Ни твоя, ни Ванькина. А что так? А он бессовестный предатель. Не слишком пафосное обвинение? Нет, не слишком. Он как женился на тебе, так сразу забил на нас и свалил. Видите ли, мы как-то не так к тебе относимся. А что, разве это неправда? Вы же все время на меня волком смотрели. Твоя бабушка постоянно рассказывает про его бывших невест, какие они красивые и умные, как ценили его талант. А я-то полная дура. Нет, Надь, ты не дура. Это мой дядя идиот. Он же талантливый художник. А чем сейчас занимается? Рисует рекламные плакатики. А в этом виновата ты. Да, действительно, не стоит оставаться. Если что-то еще будет нужно, позвони. Спасибо. Надя, подожди! А что с Иваном-то? А он пропал. Сбежал, значит. Ну, что ты хотела? Тебе помочь? Слушай, сегодня как мухи наймают. Ну да, все слетелись. Простите, все хорошо? Извините. Во-первых, сейчас ты это все убрала. Во-вторых, это все я вычту из твоей зарплаты. Ну подождите. А что ты вякнешь? Я тебя уволю. Лучше бы он ногу поломал и дома сидел. У тебя все хорошо? Да, все нормально, Оксана. Пойду веник принесу. Угу. Брут, привет, мой дорогой. Как ты? Гуляете? Пошли. Здравствуйте, Софья Константиновна. Ой, здравствуй, дорогая. Спасибо большое, что за Брутом присмотрели. Ой, да что-то мне не тяжело. Они с Элечкой так хорошо ладят. Надюш, а что ж ты мне не сказал, что Иван погиб? Софья Константиновна, я не совсем уверена, что в самолете был Иван. А опознание? Что, не было? Какое опознание? Несколько тонн керосина, все сгорело. Какой кошмар. Ой, Надюш, ну ты крепись. Крепись, милая. А Брута приводи, если что. Хорошо, спасибо большое. Мне не тяжело. Идем, Элечка. Пошли. Идем, милая. Вон туда, да. Thank you.
летний день. Мы молчим, но душа кричит, в ней горьких слов хочет вырваться тень. Постой со мной, постой со мной, ты постой со мной, ты постой со мной. Ваш заказ будет готов через 5 минут. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Вам еще что-нибудь принести? Нет, спасибо. Здравствуйте. 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 Возьми, пожалуйста, нужно срочно почистить 5-й столик. Слушай, погоди, я на секундочку сейчас. Прошу. Будьте добры, комплексный обед. Девушка, бизнес-ланч у нас до 5 вечера. Бери. Можно тогда... пельмешки в горшочках. 2 порции, потому что мой муж тоже очень любит. Девушка, у нас нет пельмешек в горшочках. Девушка, мы уже 20 минут ждем. Где ваш администратор? Девушка, присядьте, к вам сейчас подойдут. А сколько нужно ждать? Вы могли бы тогда что-то посоветовать? Знаете что, вы просто, пожалуйста, сделайте заказ. У меня сейчас нет свободного времени, вам понятно? Эй, девушка, что случилось? Что за тон? Подождите. Я просто сказала вашей спутнице, что у нас нет пельменей, чтобы она просто сделала заказ. Добрый вечер, Альберт, директор заведения. Что случилось? Вы знаете, моя жена потеряла очки. Так. Из них она видит только очертания и силуэты. Но это не повод, чтобы на нее орали. Извините. Мы просим прощения. Присядьте, пожалуйста. Сейчас вас обслужит другой официант. А ты? Вы последняя капля. Ты уволена. Да ради бога! Оксаночка, обслужи клиента. Алена, пойдемте. Я просила раствор дигмина. Надежда Викторовна, вы просили раствор йодоната. Я просила раствор дигмина. Вы видите, у больного дерматит. Какой тут йодонат? Хорошо, Надежда Викторовна, я сейчас все заменю. Скальпель не стерилен, заменить. Что с вами в конце концов сегодня? Надежда Викторовна, почему вы на меня кричите? Так вызовите срочно Калядину на замену. Ну вот, все. Спасибо. Скажи, что платье завтра верну, ладно? Угу. Я тебе позвоню. Хорошо. Пока. Ален, да не расстраивайтесь вот так. С работы что-нибудь придумаем. Да, дело не в работе. Вы наверняка слышали про авиакатастрофу. Возможно, там был мой муж или не был. В общем, он куда-то пропал, я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне думать. Я могу для вас что-то сделать? Отвезите меня куда-нибудь. Только не домой, пожалуйста. Да. Можно, Зоя Александровна? Вы хотели меня видеть? Как прошла операция? Успешно. Больной сейчас в стабильном состоянии. А что у тебя произошло с операционной сестрой? Она дважды перепутала указания и вела себя вызывающе. Надюша, а как ты себя чувствуешь? Смотри. Круги под глазами. Выглядишь неважно. У меня все под контролем, Зоя Александровна. От Ивана новостей нет? Нет. А может, тебе отпуск взять? Нет, только не отпуск.
Мне надо работать, чтобы руки и голова были заняты, иначе я сойду с ума. Послушай, я все понимаю, но я не могу рисковать психологическим климатом в отделении и здоровьем пациентов. Иди в отпуск и займись собой. Так что? Надя? Договорились насчет отпуска? Да. Я пойду в отпуск. Вы, как всегда, правы, Зоя Александровна. Алена, а у вас есть мечта? Мечта? Ну да, была. Я хотела стать поваром. Ну а что? Очень хорошая мечта. Я хотела свой ресторанчик, где я была бы шеф-поваром. Даже все уже придумала. Маленький такой, уютный ресторанчик. Столиков на 7, на 8. Меню из 12 блюд, которые я бы меняла каждую неделю. Придумала бы что-то новое. Я хорошо готова. Что, не верите? Почему? Очень даже верю. Мне кажется, вы не умеете говорить неправду. И что же вас остановило на пути к своей мечте? Ваня. Потом Верку родила. Так что мечта изменилась. А я всегда любил играть. Ну, как играть? Придумывал разные ситуации и персонажей. Я разрабатываю компьютерные игры. У меня небольшая фирма и 10 таких же сумасшедших любителей поиграть. Михаил. Да. Отвезите меня домой, пожалуйста. Конечно. Как я русалку с тебя прислал. Он был такой невозможный. Такой абрикосовый закат. Ты только вышла из моря и сказала мне, что очень хочешь родить мне мальчика. Ты просто не хочешь ребенка от меня? Ну так и скажи. Ты же хирург. Ты же привыкла делать больно, чтобы человеку потом стало легче. Что ты молчишь? Вернешься, поговорим. Где была? Привет. Меня с работы уволили. Может, в церковь сходить, а? Да. Мне нужно поставить свечку за упокой. За Ивана. Почему за упокой? На работе. Ничего, все нормально. Свечку надо за здравие поставить. Ваня жив, мам.
Здравствуйте. Спаси, Господи. Дайте мне, пожалуйста, вот эту. 30. Спасибо, сдачи не надо. А вы не подскажете, куда ее ставить надо? А вам за здравие или за упокой? А я не знаю. Тогда вам к Николаю Чудотворцу. Он всем помогает. Это там справа, от алтаря. Хорошо, спасибо. Надя? Здравствуй, Алена. Понимаешь, Надя, мы с Ваней как-то нехорошо расстались. И в этом виновата я. Самое страшное, что в последнее время я ничего не чувствую. Это нормально, это пройдет. Так организм пытается справиться с болью. Мы тоже так любили гулять вместе в этом парке. Однажды прибежала овчарка, откуда ни возьмись. Я так испугалась. А Верка моя схватила ее, начала обнимать. Смеется, улыбается. Ничего не боится. А у нас с Иваном нет детей. Почему? А у меня гормональная дисфункция. Лечилась, ничего не помогло. Иван не знал об этом. Я так и не решилась ему об этом рассказать. Боялась, что уйдет. Любые разговоры о детях пресекала. Нервничала, психовала. Он у меня художник. Говорят, талантливый. Картины его, правда, не продавались, но и я его совсем не поддерживала. Вот он и решил, наверное, что я от него рожать не хочу, раз он такой неудачник. Какая же я дура была. Ревновала его каждому столбу. Истерики закатывала. Я не хочу так жить. Я не хочу жить одна. Я тебя понимаю. Вот сейчас нет Ивана. И такая пустота навалилась. Что делать-то, Надя? Постарайся успокоиться. Время лечит. Говорят. Кого оно лечит? Да и вообще, как ты можешь так спокойно об этом говорить? Нам же надо что-то делать. Знаешь, мой Ваня жив, и он к нам обязательно вернется. Алло. 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 А его сейчас нет. Картину купить? Нет, продажи картин муж занимается сам. А что-то передать? А вы кто?
Ну что, мой дорогой? Что, мой хороший? Я тоже по нему очень скучаю. Ну, он вернется. Слышишь? И все у нас будет хорошо. Пойдем гулять. Пошли. Мам, ребенок требует прогулок в парке. Ну, конечно, идите. Я сама сюда делаю. А потом, когда вернетесь, мы вместе чай с плюшками попьем. Мама, тебя. Кто? Не знаю. Алло. Это мастер из автосервиса, где ваш муж работал. Тут его вещи остались. Может, вы их заберете? А вам что, так не терпится избавиться от его вещей? Да нет, что вы. Мы просто человека взяли вместо Ивана. Ему шкафчик нужен. Хорошо, я скоро приеду. Ты ребенку обещала. Верочка, ладно, поменялись? Маме нужно кое-куда отъехать. Давай принесем нашу прогулку, ладно? Обманщица. Вер! Ну, что мне с этим делать? Ален, пойми, так нельзя с ней. Она все-таки отца потеряла. Это еще не доказано. Здравствуйте, Алена. Это Михаил. Здрасте, Михаил. Я надеюсь, у вас все уладилось в кафе? Да все в порядке, мне уже нашли замену. Мне очень жаль. Ален, я хотел бы с вами встретиться. Вы знаете, сейчас я не могу, у меня дела срочные. Ален, мне нужно очень с вами поговорить. Я буду через 5 минут. Привет, Брут. Здравствуйте, Настя. Привет, Кирюш. Брут. Алиса? Ты чего здесь? Иван нашелся? Бабушка умерла. Врач из больницы сказал, что если бы скорая приехала на 2 часа раньше, ее можно было бы спасти. Это я виновата. Ну, ни в чем ты не виновата. Ты что? Ты не понимаешь. Я в ту ночь с Шуркой до утра в клубе тусила. Ну, перестань. Надь, не прогоняй меня. Ну, конечно, я тебя не прогоню. Алиска, ты что? Пойдем-ка домой. Ты замерзла вся. Ну вот. Наши плюшки готовы. Чего ты там все высматриваешь? Мама, предательница. Вера, иди чай пить. Не хочу. А кто тебе с похоронами? Шурка помог? Нет, с Шуркой все кончено. Соседи помогли, и девушка соцработник, чтобы бабушке приходила. Ясно. Ну, пойдем, я дам тебе во что переодеться. Ты прости бабулю и меня заодно. Да перестань ты о чем-то. Спасибо. Да нет, правда.
Просто бабуля очень Ваньку любила. А он забил на все и свалил. И еще ссорился с нами. Все время из-за тебя. А бабушка очень переживала. Она помириться с тобой хотела. Даже кофту тебе связала. Бирюзового цвета. Говорила, тебе пойдет. Хотела ко дню рождения успеть. Ну, успокойся. Алиска, ну что ты? Надя, можно я у тебя поживу? Ну, конечно, можно. Только как же твой колледж? А я его бросила. Ну, какой из меня бухгалтер? Брось. Надя, у тебя никаких предположений, куда мог деться Иван? Mm-mm. А может, в полицию пойти? Я думаю, полиция нам сейчас не поможет. Правильно. Ты друзьям звонила? Конечно. Всем, кого знаю. Какая у вас все-таки собака хорошая? Умная? Ну, в общем, у Ивана есть любовница и ребенок. Ты только не переживай. Должно же быть хоть что-нибудь. Алиска, ну не может же быть, чтобы он никому ничего не говорил. Вспоминай! Да нет. Он нам про них вообще ничего не рассказывал. Я случайно узнала. Подслушала. Алиса, смотри. Значит, это правда. Твой дядя меня обманул. Он сказал, что летит к вам, а на самом деле поехал к ним. К своему ребенку и его матери. О чем вы хотели поговорить? Да я, честно говоря, просто хотел вас увидеть. Не сердитесь, пожалуйста. Утром проснулся, а внутри какая-то пустота. Подумал о вас, набрался смелости и позвонил. У вас что-то случилось? Я не хочу вас грузить своими проблемами. К тому же мои проблемы по сравнению с вашими – это полная ерунда. Михаил, давайте вот не будем. Не надо меня жалеть. Мой муж жив, и он скоро вернется. Лучше расскажите, что у вас произошло. У меня тоже пропала жена. Я ищу ее, но пока безуспешно. Вы женаты? Да, но я подал на развод. Она разводиться не хочет. Может, потому что она вас любит? Да нет. Она деньги мои любит, а не меня. Понимаете, у нас большая разница в возрасте. Она намного меня моложе. Нет, сначала все было хорошо. Даже весело. Она такая, знаете, девушка-праздник. Праздник, в котором все легко и просто. Но настоящей семьи у нас не получилось. Я-то хочу, чтобы был уютный дом, пироги по выходным. В конце концов, дети. Вы же понимаете, о чем я? Спасибо большое, что подвезли. А может, я вас потом обратно отвезу? Ой, нет, ну что вы, не стоит. Жаль. Всего доброго. До свидания.
техосмотр. А вас там проверяли? Здравствуйте. Я жена Ивана Тихонова. Секундочку. Саш, подойди, пожалуйста. Это я вам звонил. Пойдемте в комнату отдыха. Мы тут ничего не трогали. Вы уж разберитесь и примите мои соболезнования. Кабриолет. Ну что случилось? Ты так напугала меня своим звонком? Почему ты не захотел, чтобы я к тебе пришла? Ты понимаешь, у меня сейчас живет племянница Ивана. Она не в курсе, что произошло. В чем проблема? Расскажи ей. Да у нее недавно бабушка умерла. Хватит ей пока впечатлений. И я, конечно, ей расскажу, когда будет понятно, что говорить. Так что случилось? Это я нашла в Ваниной куртке. Ну, обычная визитка. Необычная. Вот эта вот визитка в красном кабриолете приезжала к Ване в автосервис. И Верка мне рассказывала, как эта дамочка вокруг него крутилась. Ты еще и названивала ему. Даже при мне. Может, он с ней сейчас? Так позвони и выясни. Я не могу. Я боюсь. Чего? Правду узнать. Послушай, ну ты же сама говорила, что твой муж замечательный и верный человек. Что он много работал и очень любил вас с дочкой, что он не мог тебе изменять. Слушай, ты сейчас это все специально правильно говоришь, чтобы мне больно сделать? Ну почему? Я просто размышляю. Да нет, не просто. Зря я тебе позвонила. Знаешь что? Ты просто хочешь, чтобы мой Ваня погиб. Да не хочу я, чтобы твой Ваня погиб. Я просто хочу, чтобы мой был жив. Смотри. Это мой муж. И его сын. Сейчас мальчику года 3. И что? А то, что у него теперь другая семья. И он сейчас с ними. Нет. Нет, нет. Этого не может быть. Потому что мой Ваня сейчас с этой Жемякиной. Ну и что будем делать? Искать его. Их. Несмотря ни на что. Хорошо. Только теперь мы будем делать это вместе. Ну, как дела? Ты ушла, она плакала. Я ее еле успокоила. Привет, малыш. Ну что, съездила по делам? Да. Зачем ты врешь? Не было у тебя никаких дел. Я сама видела, ты ездила с каким-то дядькой на джипе. Нет, 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 подожди. Он меня просто подвозил. Дядя Миша из кафе, ну помнишь такой? Не нужен мне никакой дядя, я папу жду. Верка, я ездила в автосервис к папе на работу. Забрала его вещи. А потом встречалась с тетей Надей. Помнишь тетечку врача из аэропорта? У нее мужа зовут так же, как нашего папу. Понимаешь ты меня или не понимаешь, я тоже очень жду папу. Я ищу его каждый день, я тебе клянусь. Я тебе не верю. Алена. Мам. У меня тут. Послушай. Это ты послушай. Верочке сейчас очень нужна мама. Но у меня есть доказательства. Ну где они? Где они, эти доказательства? Ты понимаешь,
что так дочь потерять можешь. Я схожу с тобой. Не надо, сиди, я сама. А вы Кинге на занятия? Здравствуйте. Здравствуйте. Стой, стой, стой. Мальчик, молодец. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуй. Я... Меня зовут Надежда Тихонова. Это Кирилл, мой сын. Сережа, вот, это Сергей, мой муж. Сереж, ты можешь кофе сделать? И, Кирюша, забери, пожалуйста, нам с Надеждой нужно поговорить. Хорошо. Спасибо. Знаете, я ведь вас себе такое представляла. Сильная, красивая, уверенная. Таких не бросают. Да, таким просто изменяют. А что Иван вам обо мне рассказывал? Да в том-то и дело, что ничего. А я хочу знать все. Все. Этого всего было так мало. Хорошо. Мы с ним познакомились 5 лет назад. В студии одного художника, Гоши Бестряков. Вы, наверное, знаете. Неважно. Я тогда работала натурщицей. Ведь вам так повезло. С вами рядом очень талантливый человек. Ну, естественно, я сразу влюбилась. А ему, кроме вас, никто не был нужен. Только однажды мы с ним 4 года назад. Он тогда был очень расстроен из-за ссоры с вами.
А я попыталась его утешить. И забеременела. Прекрасно понимала, что он от вас не уйдет. Но я решила рожать. И знаете, Иван, когда узнал, он очень обрадовался. Поверьте, мне от него ничего не нужно. Он сам решил помогать, заботиться о Кирюше. А год назад я вышла замуж за Сергея. Скажите, Инга, а когда вы последний раз видели Ивана? 2 месяца назад. Он приезжал поздравить Кирюшу с днем рождения. Подарил ему краски, игрушку. Вы не хотите, чтобы они общались, да? Иван такой человек, он так много может дать своему сыну. Ну, конечно, если вы против, то Сергей, он готов усыновить Кирюшу. Сейчас это не имеет никакого значения. Почему? Иван погиб. Что? В авиакатастрофе. Мам, я хочу кушать. Да, мой маленький, сейчас мы будем кушать. Сейчас. Как же это? Тетя, не плачь, все пройдет. Боже, как же он похож на Ваню. Погиб мой Иван. Значит, твой жив. Держись, ты же сильная. Я так устала быть сильной, Аленка. Так, ладно. Ты звонила Марине? Нет, я так и не решилась. Ну-ка, дай-ка сюда визитку. Надь, пожалуйста, не надо. Давай. Алло, здравствуйте, мне нужна Марина Кожемякина. Это ее муж. Скажите, а где можно ее найти? Понимаете, вероятнее всего, ваша жена имеет отношение к мужу моей подруги. Хорошо, я поняла, спасибо. Странный какой-то. Она сбежала, телефон оставила. Ее муж сам ее ищет. А мы с тобой сейчас. Надь! Спасибо тебе, Алена. Спасибо. Ну все, хватит, хватит. Михаил Валерьевич. Да-да, Алла Романовна. К вам пришли. Очень хорошо, приглашайте. Приходите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Надя, вам звонила. Вы? Алена, добрый день. Вы что, знаком? Я тебе потом объясню. Скажите, это визитка вашей жены? Да, что? Эту визитку я нашла в куртке своего мужа. Алло. Наталья Валентиновна, я сейчас не могу говорить. Что? Подождите, но у меня нет таких денег. Ну и что, вы нас на улицу выбросите? Только этого не хватало. Алло, что-то случилось? Нет. Вы лучше скажите, когда пропала ваша жена?
7 сентября? 7 сентября. В этот день она не явилась в суд. Мы разводимся. Скажите, у вас есть хоть какие-то предположения, где она может быть? Я не знаю. Вот распечатка ее звонков. Вот на этот номер она звонила последний раз. Ванин телефон. Я ему звонил, он недоступен. Ну, еще бы он был доступен. Думаете, сбежали вместе? Вы знаете, Михаил, я в этом практически не сомневаюсь. Извините. До свидания. До свидания. Человек просто предатель. Ну, ты понимаешь вообще? Он прекрасно себя чувствует, живет, начал эту самую новую жизнь. И даже не думает о том, что его дочка и его жена оплакивают его. Ну, он жив. Самое главное, он жив. Ты же хотела, чтобы его не было в самолете? Слава богу, его там не было. Какой же он подлец, а? Садись, поехали. Ты будешь продолжать его искать? Зачем? Зачем искать того, кто не хочет, чтобы его нашли? Нашла Ивана. А ее видела? Угу. Что, она не знает, где Иван? Нет. Она год назад вышла замуж. А сына Ивана видела? Угу. Похож? Очень. Да ладно, не переживай. Найдется, вот увидишь. Не уверена. Вот. Вот это вроде-ки. Я больше ничего не умею готовить. Очень красиво, спасибо. Лизка, ты прости. Очень красиво, я просто не хочу. Не лезет. Жаль. А я так старалась. Я их на работу возьму завтра. Так ты же вроде в отпуске. Хватит бездельничать. Надо работать. Так завтра выходной. А ты что думаешь, операции делают только в рабочие дни строго с 8 до 5? Надя. А помоги мне, пожалуйста, устроиться на работу к тебе в больницу. Кем? Да хоть кем.
Санитаркой, например. Это тяжелая работа. За больными ухаживать, судно выносить. Да я все это делала уже. Ну, бабушка. Ну, давай попробуем. О, привет. Мама, а что это? А что здесь происходит? А у меня новости. Звонила хозяйка квартиры, сказала, что если в понедельник денег не принесу, нас выгонят на все четыре стороны. А где мы будем жить? Но, подожди, ну мы что-нибудь придумаем, в конце концов можно переехать ко мне. И потом рядом с моим домом есть неплохая школа. Мы не можем отсюда уехать, когда папа вернется, он нас здесь не найдет. Так, Вера, послушай меня внимательно. Ты больше никогда не будешь говорить о своем отце. Он нас бросил, он больше не любит тебя, он любит богатых теток и красивые машины. Мы ему не нужны. Ты обманываешь. Алён, ну как это не нужны? Он старался для вас, зарабатывал деньги, работал и днем, и ночью. О, особенно ночью. Как было интересно узнать, чем он на самом деле занимался ночами. И ты знаешь, кстати, почему он откладывал свадьбу? Потому что искал себе более выгодный вариант. Алён, ну это неправда. Он копил деньги специально для вас. Он хотел подарить тебе свадьбу твоей мечты. А потом о тех, кого нет с нами, плохо не говорят. Мама, да он жив, здоров, прекрасно себя чувствует. Я понятия не имею, где он, зато я знаю, с кем. С вертихвосткой из красного кабриолета. А, еще. А ты знаешь, откуда я об этом узнала? Я только что встречалась с ее мужем, который мне все подтвердил. Этого просто не может быть. А, еще мне бабуля из пятой палаты все норовила шоколадку в карман сунуть. А я не взяла. Надь. А вот это твой ассистент Богданов. Он такой забавный. Интересно, у него девушка есть? Надь. Что? Ну, ты меня совсем не слушаешь. Ну, прости, я задумалась. А почему ты там не отметишь твой первый рабочий день? А? Ну, например, парочкой новых красивых туфель. А? Хорошо. Но с категорическим условием. С каким? Двумя парами новых туфель. Тебе и мне. Ну, давай. Ты что говоришь, Богданов? Ну, нравится мне. Только ты, пожалуйста, ему ничего не говори. Классики. А давай уже продадим эту машину. Мамочка, не продавай, пожалуйста, папину машину. Он же ее по винтикам собирал. Ты же знаешь. Вера, это дела взрослых. Мы с мамой как-нибудь сами разберемся. Нет, не разберетесь. Я имею тоже право голоса. Я папе помогала, я ему инструменты подавала. Не буду я ничего подавать. Ровно сейчас. О. Да, здравствуйте, Наталья Валентиновна. Вы не волнуйтесь, мы, как и договаривались, завтра освободим квартиру. В смысле? Ну, да, хорошо. Всего доброго. А мы никуда не переезжаем. Позвонила хозяйка, говорит, что приехал курьер, якобы от меня, и заплатил за квартиру за 2 месяца. Странно. Странная история. Да. Пойдемте тогда вещи разбирать. Пойдемте. Мам, вы идите, а я... Мне надо отъехать, кое-что нужно прояснить. Ладно? Давай.
Зачем вы это сделали? Мне от вас ничего не надо. Здравствуйте, Алена. Извините, я не понимаю, о чем вы. Серьезно не понимаете? Зачем вы за квартиру заплатили? Мне же вам отдать нечем, вы же знаете. Я не платил. Вы не платили. Простите. Извините, это неловкая ситуация, недоразумение. Ради бога, простите, пожалуйста. Подождите. Подождите, Алена. У меня есть отличная идея. Идите работать ко мне. К вам? Секретарша, у меня опыта нет. Думаю, что Алла Романовна вам вряд ли свое место уступит. Уверен, вы хорошо готовите. Вы же мне рассказывали, что у вас есть мечта. Маленький ресторанчик, разные блюда каждую неделю. Так почему бы вам не кормить обедом 6 мужчин, 2 женщин разной степени прожорливости? К тому же меню близлежащего общепита у нас у всех уже в печенках сидит. На один шаг к мечте ближе. Вы серьезно? Серьезно. А когда я могу? Завтра. Приступайте завтра. Это дядя Миша, помнишь? Я теперь буду у него работать. У нас есть папа, и он нас любит, и он обязательно вернется. Верочка, он не вернется. Нет, неправда. Просто раньше ты его любила и хотела, чтобы он вернулся. А теперь просто не хочешь. Уходи, ты нам не нужен. Пойдем, мы домой пойдем. Я буду верить сама, без тебя. Он обязательно вернется. Пойдем, пойдем. Извините, пожалуйста. Все в порядке. До завтра. Пахнет вкусно. Это вам. Спасибо. Ален, пойдемте сегодня вечером в театр. Комедия, говорят, смешная. Спасибо за предложение, но я обещала побыть с дочкой. Понимаю. Значит, в другой раз. Да, водите. Я вас слушаю. Надежда Викторовна, я по поводу вашего мужа. Вы что-то знаете об Иване? Старший следователь по борьбе с экономическими преступлениями, городское управление внутренних дел, майор Красин. Вы присаживайтесь. Спасибо. Скажите, Надежда Викторовна, вы знаете, где сейчас в данный момент находится Иван Алексеевич Тихонов, ваш супруг? Нет, ну так я думала, что вы. Я знаю историю про 2 полных тезок, про авиакатастрофу. Но в полицию-то вы ведь не обращались? Нет. Вот мне кажется, что ваш муж жив и здоров. Так вам что-то о нем известно? Конечно, известно, раз уж я тут. Мы задержали Капелюшника. А кто это? Главарь преступной группировки, которая занималась производством и сбытом отделок произведений искусства. А при чем здесь мой Иван? Ну вот сейчас и узнаем из показаний этого Капелюшника.
Капелюшника, Р-65 года рождения. А, вот. Копию картины Стритовича. Портрет неизвестного изготовил художник Иван Тихонов. Без мастера такого уровня нам не удалось бы выйти на таких богатых клиентов. Но продать мы успели только одну его работу. О, как интересно. Ну, и что скажете, Надежда Викторовна? Это какой-то бред. Мой Иван никогда бы на такое не пошел. Это невозможно. Да? А мне вот почему-то кажется, что вот он узнал, что его подельников арестовали. Вот и решил сбежать и скрыться. Вы не знаете, где он? Очень жаль. Ну, ничего. Вы же понимаете, что мы его все равно найдем. Так что, если вдруг вам что-нибудь станет известно, вы уж сообщите. Потому как это и в ваших интересах, но еще больше в интересах вашего мужа. Всего доброго, Надежда Викторовна. До свидания. Конспирированных. Только какой уже раз тут встречаемся? Скорее всего, Ваня жив. Я в курсе. Мы же вместе у Михаила были. У кого? А, я о своем Ване говорю. Так, подожди. Ты что-то узнала? Ко мне приходил следователь. Оказывается, мой муж подделывал картины известных художников. Их контору накрыли, а Ваня сбежал. Надя, что это значит? Это значит, что мой муж либо мошенник, либо погиб, а твой либо бабник, либо тоже покойник. Что выбираешь? Спасибо, что довезли. Счастливо. До свидания. Надь, ну ты куда пропала? Я тебя обыскалась везде. Машина у больницы стоит. Ну, мне по делам нужно было съездить. Пойдемте домой. Ален, я, конечно, понимаю, это не мое дело, но все-таки у вас с Надеждой что-то произошло? Представляешь, Надь, гуляли мы сегодня с Брутом в парке, и вдруг он срывается с поводка. Брут! Брут, ты куда? Стоять! Брут! Брут, ты куда? Брут, стой! Правда. Чего бы вам больше хотелось? Слушайте, ну это глупый вопрос. Конечно, я хочу, чтобы он был жив. Только вот для меня он умер именно в тот день, когда самолет сбежал с вашей Мариной. Брут! Ой, Надя. Брут, где ты? Что случилось, Надь? Слушай, кто-то был в мастерской, Брут его спугнул. Что-то пропало? Да вроде нет, но я думаю, что это был мой Иван. А почему ты так решил? Ну, потому что Брут за ним побежал и до сих пор не вернулся. Это же все-таки собака Ивана. Ну, а какой смысл твоему мужу сбегать от тебя? Я могу чем-то помочь? Алиска, как ты? В порядке? Надь, а ведь если бы Брут не спугнул вора, он бы мог нас убить. Да перестань. Кто бы нас не тронул? Я вообще думаю, что это был Иван. Иван? Да. Собака действительно могла учуять хозяина. Слушайте, ну, может быть, это и действительно был вор. Надо вызвать полицию?
Не, не надо полицию. Я сама пойду его искать. Брут! Брут! Смотрите, у него рана. Значит, это был не его. Надь, мы пойдем домой. Нужно рану обработать. Хорошо, давайте. Пойдем, пойдем. Надь, как вы думаете, что здесь могли искать? Не знаю. Надь, ты куда? Поставь куда-нибудь туда. Старинную живопись. Вы знаете, Михаил, я провел экспертизу. Увы, это всего лишь современная копия, правда, очень качественная, и сделана талантливым художником. Но, тем не менее, это жульничество. Ясно. Я надеюсь, вы не купили эту подделку? Да нет, что вы. Ну что ж, если вам понадобится официальное заключение, я смогу его сделать, но только дня через два. В этом необходимости нет. Ну что ж, если что-то нужно, обращайтесь всегда к вашим услугам. Спасибо, Марк Захарович. Всего хорошего. До свидания. Копия, но очень качественная. Значит, это правда. Значит, мой муж действительно подделывал картины. В голове не укладывается. Выходит, я совсем его не знала. То есть он и правда может скрываться? Ситуация примерно следующая. Капелюшника арестовали, полиция ищет соучастников. Я предполагаю, что Иван хотел спрятаться у матери, но в последний момент не полетел. Узнал о катастрофе и решил эту ситуацию использовать. Но он же теперь якобы погибший, никто искать его не будет. Ну правильно, он же не знает, что его ищут. И потом он никогда не летал, он не разбирается во всех этих тонкостях с посадочными талонами, корешками. Я знала. Я чувствовала. Как дела? Хорошо. Знаешь, я решила поступать в медицинский. Как думаешь, у меня получится? Конечно, получится. Надь. А какой врач лечит инсульты? Надежда Викторовна, наконец-то я вас нашла. У нас там пациентка с перитонитом. Бегу. Давай дома обсудим. Осторожно, не упади. Вот как я могу. Отлично. Папа! Вера, ты куда? Ну-ка, подожди. Вера, стой. Стой. Я тебя просила не подъезжать к проезжей части. Но там же папа. Нету там никакого папы. Пойдем домой. Нам пора обедать. Идем, идем. Но там был папа. Почему ты мне не веришь? Нету там никакого папы. Идем. Мамочка! Ну, иди. Иди. Моя хорошая, привет, мам. Привет. А мы папу видели. Как? Никого мы не видели. А я видела, он выглядывал из-за угла и смотрел, как я на роликах катаюсь. Дед, ну хватит. Алло. Алло. Говорите. Я же говорила, это папа.
Нет, малыш, это номером ошиблись. Градусник. Пожалуйста. Не подашь мне телефончик? Спасибо. Не разбудила? Извини, я тут в больницу загремела. Да, так, ничего серьезного. Слушай, к тебе завтра мой Иван подъедет за документами. Выпишешь ему пропуск? Тихонов. Иван. Бумаги. Посмотри в красной папке. Здесь готовьте 25-е. А здесь кровь под цветом. Надя, там наш Иван. В смысле, о чем ты? Ну, пациентка из 7-й палаты с перитонитом. Она кому-то позвонила и сказала: Иван Тихонов. Ну, помните, ты говорила, что он, может быть, где-то скрывается. А в 7-ю только что посетитель пошел. Пусть здесь, я сама сейчас разберусь. Привет. Привет. Ну как ты? Ой, все лучше. Все нормально? Скучал? Скучал. Ванечка, я... Здрасте. У вас все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете? Да, все в порядке. А вы родственник больной? Ну... Зайдите потом ко мне в кабинет. Какая... Так вот, завтра за документами заедешь. Ладно. Ох и Ваня. Ну, он у меня и получит. Пусть только появится. Он не появится. Надь, ну что ты такое говоришь? Ну, куда он от тебя денется? Где он еще такую жену найдет? Добрую, умную, хорошую, красивую. Войдите. Что-то с Мариной? Расскажи про работу. Вы Иван Тихонов? Да. У вас совесть есть? Променяли жену и ребенка на красный кабриолет. Подождите, а откуда вы? А вас только это интересует? Ребенок страдает, жена плачет. Хоть бы позвонили. Так, а вы кто такая? И почему я должен перед вами отчитываться? Кто я такая? Я скажу, кто я такая. Я женщина, которая потеряла мужа. Так случилось, что его тоже звали Иваном Тихоновым. И по роковому стечению обстоятельств он летел в Сочи тем же рейсом. Мы с Аленой неделями сходили с ума, гадая, кто из вас выжил, а кто нет. Что тогда на меня нашло. Я звонил Аленке, я хотел с ней помириться, но она и слушать меня не стала. И мне осточертело твое вранье. Понятно? Все, вернешься, поговорим. Вань. Проходите. Добрый день. Здравствуйте. Приятного полета. Спасибо. Да? Добрый день. Приятного полета. Спасибо. Хорошо. Здравствуйте. Вы вместе? Ну, еще. Стас, я не полечу. Прости, брат, срочные дела нарисовались. Только я прошу тебя, никому ни слова, ладно? Ну, прости.
Счастливого пути. Позвонила Марина, пригласила к себе. Ну вот я и решил, передохну. Поживу другой, свободной жизнью. А потом, когда я узнал про катастрофу и увидел в списках свое имя, Марина сказала, что это даже к лучшему. Никто не будет искать. Да она искала. Алена все время тебя искала. А Верочка до сих пор верит, что папа вернется. Я видел Алену с другим мужчиной. Скажите, это у них серьезно? А у вас это серьезно? Да ну нет же! Я так скучаю по Вере и по Аленке. Я жить без них не могу. Вот только не знаю, как им в глаза смотреть. Я приняла бы мужа любым. Лишь бы только он жив был. Но в моем случае уже ничего не изменить. Скажите, что мне теперь делать? Если судьба дает тебе еще один шанс, не упусти его. Простите, вы не могли бы мне помочь? Я? Да. Пожалуйста, передайте вот эту записку Марине Кожемякиной, 7-й палаты. Спасибо. Алло? Алена? Я видела Ивана. Рад за тебя. Оно и к лучшему, наверное. Лара, я вас не сомневаюсь. Папочка, заходи, Алиска. Я должна рассказать тебе правду про нашего Ивана. Заходите. Так, куда поставить? Прямо по коридору или направо? Сейчас будем обедать, да? И он тоже. Так, Верка, дядя Миша, между прочим, помог нам принести продукты. Что, мы его голодным оставим? Я знала, что ты приедешь. Так, а он что здесь делает? А ты что здесь делаешь? Предупреждаю, я Аленку никому не отдам. Это уже решать не тебе, а ей. Ты свои права потерял, когда свалил из самолета к моей жене. Так оно, малыш. Ваня! До свидания, Алена. До свидания. Алён, прости меня.
Мама, прости папу. Вера, иди на кухню. Пожалуйста. Прости меня, Ленточка. Зачем ты пришел? Я знаю, я очень виноват. Я так намучился. Я сделаю все, что ты хочешь. А давай поженимся. Вот прямо сейчас пойдем в ЗАГС и подадим заявление. Я забыл, у меня же даже кольцо есть. Сейчас, подожди. Да ничего мне не нужно от тебя. Ничего мне больше от тебя не нужно. Ну почему, Алена? Почему? Потому что у тебя было 9 лет. 9 лет! И ты этого не сделал. А сейчас уже поздно. Это из-за него, да? А думай, что хочешь. Но он был внимателен ко мне. Заботился. Когда ты исчез. Ну, так давай скажем ему спасибо. Ты знаешь, меня выгнали с работы. У меня не было денег. Мне даже за квартиру нечем было заплатить. Так я же заплатил за 2 месяца. А, это ты? Спасибо. Алена. Просто уходи. Мне ребенка кормить надо. Ненавижу тебя. Я все уберу. Ой, большое спасибо, Аленушка. Все было очень вкусно. На здоровье. Здравствуйте, чем-то могу помочь? А я не поверила, когда мне сказали, что у шефа роман с кухаркой. Я советую тебе оставить моего мужа в покое. Ты что здесь делаешь? Беседуем. Интересно стало. Из-за кого тут все мужики голову теряют? Алена, подождите меня в моем кабинете. Хорошо. Смотрела? Угу. Прошу на выход. В следующий раз в суде увидимся. Я не приду. Так это не страшно. Нас теперь автоматически разведут. Что она вам наговорила? Ничего. Это не имеет значения. Больше она вас
не побеспокоит. Знаете, я благодарна ей. Ведь если бы не ваша жена, Ваня бы сел в тот злополучный самолет. Вы его так любите? Любите. Извините. И спасибо вам за все. Смотри, какой синий, яркий-яркий. Какая красота. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Надя. Спасибо, что пришли. Здравствуйте, тетя. Тетю зовут Надя. Здравствуйте, тетя Надя. Привет, Кирюш. Ну, пойдемте, у меня для вас кое-что есть. Ух ты! Проходите. Пойдем. Это я готовлю картины Ивана к отправке в Сочи. Оказывается, директором художественного музея стал преподаватель живописи Ивана. И он готовит его выставку. Да вы что? Иван этого заслуживает. А это его последняя работа. Я думаю, он был бы счастлив, если бы она была у его сына. Это тебе, малыш. Спасибо. Это рисовал твой папа. Угу. Тебе нравится? Угу. Держите. Надя, спасибо большое. Это правда прекрасный подарок. У нас же тоже есть подарок для вас, да? Да. Ой, что ты тете приготовила? Вот, это тебе. Чтобы ты больше не плакала. Спасибо тебе, мой дорогой. Очень красивый рисунок. Надь, а я записалась на подготовительные курсы. Здравствуйте. 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 Меня зовут Кирилл. Меня зовут Алиса. Очень приятно, Алиса. Очень приятно, Кирилл. Это Алиса, племянница Ивана. А, я Инга. Очень приятно. Алиска, это твой брат. Наверное, ему на сегодня впечатлений хватит. Мы пойдем. Хорошо, счастливо. Было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо. Спасибо еще раз, Надя. Попрощайся. Пока. 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 Здорово, у меня теперь есть брат. Надя, мне кажется, для тебя что-то изменилось. Ты стала какая-то другая. Светлая, что ли? Да просто у меня сегодня хороший день. Я начала отдавать долги Ивану. Знаешь, раньше я всегда боялась остаться одна, а теперь... А теперь мы всегда будем с тобой вместе. Все будет хорошо. Верка, тебе морковку почистить? Нет. А апельсин будешь? Не хочу. Мам, давай лучше папу домой пустит. Но то он там промокнет и заболеет. Ты мне лучше скажи, где папа клей держит. Чашка разбилась. Не знаю. Уходя, оглянись на миг. Длится пусть наш последний день. Мы молчим, но душа кричит. В ней горьких слов хочет вырваться тень. Постой со мной. Постой со мной. Ты постой со мной. Ты постой со мной. Но клей. Всю роль.
Стучится летний дождь в окно. Мы друг от друга далеко. Я люблю тебя. Прости. Я прости. Знаю. Я знаю. В отражении своего лица я узнаю опять тебя. Я тебя тоже очень люблю. Спасибо. Операция прошла успешно. Вы хорошо себя чувствуете? Венера Боттичелли. Что? У вас глаза, как у нее. Вы художник? Нет. Всего лишь летчик.